Дорогие первокурсники, поздравляю вас. Вы учитесь в Томском политехе уже один месяц. Надеюсь, познакомились с вашими однокурсниками, с вашим преподавателем, получили, может быть, уже какие-то хорошие или не очень отметки. Мы решили провести для вас конкурс командных проектов на платформе Arduino. У нас две задачи. Первое, чтобы перезнакомить вас еще лучше. В этом конкурсе вы будете участвовать в командах, организованных из студентов разных групп. И вторая задача – максимально погрузить вас в проектную работу, которая является основой нашего образования в Томском политехе. Да, значит, большое спасибо компании Rubius, которая согласилась стать спонсором этого конкурса. Каждая команда, которая поучаствует в первом этапе, получит вот такой замечательный сертификат на 1350 рублей, который можно конвертировать, ну, как минимум, в две пиццы, я думаю, в сети MyClove Pizza в Томске. Правила очень простые. На первом этапе вам нужно придумать идею и сделать коротенькую презентацию. Идея, это может быть чего угодно, платформе Arduino, это может быть идея, не знаю, интерактивного светильника, какого-нибудь игрового автомата, не знаю, поливалки для домашних цветов. Все приветствуется. Значит, итогом первого этапа является презентация из трех слайдов. Вы кратко описываете суть проекта, чего вы хотите сделать, какой будет функционал, внешний вид. Вы на втором слайде пишете список необходимых вам материалов, нужны контроллеры, нужны какие-то датчики, нужны, может, там еще какое-то дополнительное оборудование материала. И, соответственно, третий слайд – это про вашу команду, как вы распределили между участником команды роли и ответственность за работу в этом проекте. Если есть вопросы, можно, мы сделали группу в Telegram ВКонтакте, там можно все спросить, узнать, уточнить. Добро пожаловать!